Так, ну что у вас нового-то? Опять собаки тут у вас бегают какие-то. Чё, блин? Собак стоит. Ты всё сказал? Что сейчас это? За собаку да. получишь. Сейчас мы тебе усики закрутим в сторону собаки. Ни в коем случае такое не может произойти. О, бля, нихуя все, блядь, съебались. Пойду машину поставлю сейчас, ребята. Мне тачку перекрасили. Граф, что делать? Потом мне лень просто ехать и заниматься цветом. Оставить такой не красный? Не выплачивать им зарплату. 10 раз. Или сколько там на такси, чтобы выплатить компенсацию. Кстати, хорошая идея. Ну так-то она вроде неплохо в красных тонах. С другой стороны, уже есть красная лампа. Надо как-то отличаться. Я вот люблю британские спорткары, знаете, такие низенькие кабриолетики. А я видел, что в этот штат завезли и долгое время ничего не брал, потому что я не люблю такие тачки. Люблю спортивные, тоже низкие такие. А такие простые, вот как вот эта хрень. Вообще так себе. Ну, я вижу, что на престиже смотрится все такое, но... Адам, я так понимаю, короче, ты сегодня живешь на зарплате в $30 весь день, да? А? Я говорю, да, я так понимаю, ты сегодня живешь на зарплате телефон, в $30, телефон, да? Телефон звонит, алло. Или на сотенке, да? Вот твоего друга все-таки... Я приличный человек, а ты, Адам, все-таки, ну, думаю, стоит тебе $50 поставить. Что случилось, Джон? Я не понимаю, о чем. Да, вот к тачке подойди, посмотри. Конечно, цвет прикольный, но, бля, у тебя уже красная есть. Не хочу повторять твои мотивы. Это не я. Я вообще думал, что сейчас, когда эта мисс Рид подходила к Руби, думал, сейчас еще обыщет ее, а у нее там самогон, бля, то, что я дал, думаю, о, сейчас граф один останется работать. Это же все, как бы, не чуть очень граф, законно. Так сказать, не вывелся из игры. Просто понимаешь, а что, блядь, за хуйня была? Действительно, хуйня какая-то. Что за Рональд Уизли, блядь? Он пытался улететь в Хогвартс с другом. Понимаешь, просто Джон, да? Вот как бы мы берем машину, да, мы едем на этой машине, если что, салон прокатиться, да, потестировать автомобиль, там чуть превысить. И видим сзади что-то, знаешь, такое красный, синий, что-то мигает. Но мы же не знаем, что это, ну. Там звук какой-то, знаешь, идет. А то, что ты не знаешь, как бы оно тебя пугает, да? Ну, я, собственно, по газам, конечно же, правильно? А тут под рукой бах и Лосата с кастомс. Я думаю, что бы не заехать? Заехал, а мне заставили там механики подбежали и говорят, либо перекрашивай, либо машину заберем. Вот. Что-то перекрасить, понимаешь? У меня сегодня случай был, И дверь они же оторвали тоже. Я вот ему верю, кстати. У меня чутье вообще на вранье, ехал, а значит молчит. Вот. Сегодня ехал, короче, на заправку, торопился машину заправить. Еду, вообще никого не было. Притормозил, знаешь, специально заправиться, полиция. Рита это подъезжает с этим, с кадетом, такие, типа, ты чё так быстро едешь, штраф мне. Я думаю, блин, они меня догоняли после того, как остановился, еще, ну, где-то секунд 5. То есть, в теории, если бы я их заметил раньше и газанул поворот и поехал, вообще бы хер догнали. Так и в твоем случае, не проще было уехать? Я уехал. Нельзя. Нельзя уезжать, ни в коем случае. Меня вчера посадили за это. Ну ты, бля, на какой хуйне ездишь-то? Ой, извините. На какой? Езжу, блядь, это, блядь, мой автомобиль. Небось, еще тачка заднеприводная и газуешь ее в занос, да? Нет. Блин, я бы сказал. Привет. Ну где, давай. Ты мне типа ты мне сейчас угрожаешь или чё? Адик, все знают, что тебе втащит любой. Короче, это Адик. Давай-ка педали крутить поближе к месту съемки. Ну, давайте идите, куда надо.
Поехали, блядь. Только ты садишься рядом, а не сзади. Ладно, мужики, всех был рад видеть, надо работать. Удачи. Счастливо. Я вернусь. Чёрт, опять попадает. Вот эти, он где-то упер велик этот. Негр где-то спиздил уже. Какого-то школьника мопед угнал. Это мой мотоцикл, не наговаривайте на меня. А, да опять угнал. Адам, когда в штат приехал, он только ездил, бля, тачки менял, он там за домом. Так, наверное, и с этим мотоциклом, да? Так, это клевета. Да-да-да. Наверное, единственная тачка твоя, это которая лампа. Вон, ну а смотри, человек в красном костюме, там, губернатор, он ручки дергает. Смотри, он Гитлера. О, красавчик вообще. Хорошее начало пресс-конференции. Ага. Так, слышь, Адам, ты только цвет поменял на ней? Просто основной, да? Да. А, ну вот. Ничего я больше не менял. Кстати, она и так вроде норм смотрится. Темненькая. Я о том же говорю, я думаю, что первый паш ты выбрал? Нет, я посмотрел, как будет красиво смотреться еще. Бальтазар подтвердит, я выбирал еще сидел. Да, выбирал. Да, ясно всё. Мужики, чья вот эта псина стоит? А это медик, а медик свалил. Долбоёб собаку бросил, блядь. Он да. Неадекватные всякие, сейчас её отпиздят, нахуй. Ладно, ребят, я так, поеду. Так, не оскорбляем тут. Поеду, переоденусь. А чё ты на животное нападаешь с кулаками, нахуй? Где она на него тебя напал? Трогает? Чё, я не утронул? Видел, что ли? Да в том-то и дело, что ты промазал как... Не буду говорить, кто. Я хотел подойти просто и случайно ручку свою дернул. Так ты сходи в больницу, проверься, раз ты такой дерганный. Да со мной все нормально. А чё дергаешься? Бывает такое, знаешь, рефлекс. Ну так раз бывает, я тебе еще раз повторяю, сходи проверь, блять, психику там нервную свою, нервы там, может у тебя чё где... Вообще кости там заклинило, руки дергаются раз так. Да вообще больной я нахуй, бывает такое. Ну по твоему лицу заметно. По твоему много чего заметно тоже. И чё ты, у меня на лице, по крайней мере, вот такого говна не нарисовано. А странно, кстати. Тебе дилдак бы на лоб. Плохая. Чё, блан, что ли? Ой-ой-ой-ой. Мага, ты чё? Ты, бля, успокойся. Слышь, животное, руки подними свои. Эй, животное. Руки поднял свои. Лёг, нах.